24 марта в городе Димитров Донецкой области работники шахты имени Стаханова провели акцию протеста в связи с задержкой заработной платы. Что изменилось в работе шахтеров спустя неделю после акции, узнавал наш журналист. Декабрь так и не отдали. Февраль тоже. Обещают типа как аванс, но это ж не аванс уже. За аванс мы уже давно забыли, что такое аванс. Так что одними обещаниями кормят и все. Обещают, а все на том же самом месте остается. Ни зарплаты, ничего. Не дают обычным участкам рубать, останавливают, чтобы не давать план специально, чтобы люди не выполняли и не получали. Все задерживают, все останавливают. Вот это акция протеста была. А забастовка вот должна быть. Что-то. Да, что-то это тоже, дело, когда тут, решили, я так понял, тормозят. Ну, если не будет дальше день давать, то будет. Один участок, два, три, потом все поддержат. Потому что это, ну, так нельзя жить, потому что мы не живем, а выживаем. Выплатили 50% января. Ожидается еще поступление денег на шахту Стаханова. Закрывается декабрь. Шахта скоро будет работать в режиме 2500 суточная добыча. Коллектив работает целенаправленно. Я думаю, больше таких волнений не будет. Единственная у рабочих, единственная просьба — своевременная выплата зарплаты и все.